Ребята, всем привет! Вот вторая часть с объекта, где мы делали крышу, форму, напоминающую на стелс. Вот. На данном этапе кровля уже закончена, вернее, она уже больше месяца назад. Вот. Просто я был в отпуске, мне некогда было приезжать снимать, потом приехал, не было месяц дождей. Вот, и как-то грязную крышу снимать не хотелось. Вот. На данном этапе крыша полностью закончена, кроме обшивки труб, потому что там еще трубы сами не выведены, вентиляции и камина. Вот. Колпаки и водосточные трубы, вот, потому что нету еще входа в дренаж. Вот. Но на данном этапе уже, в принципе, мы свои работы все закончили. Вот. И хотел отснять этот объект уже как бы, ну, полностью, да. К сожалению, сейчас нет возможности забраться на крышу, вот, ни лестницы, ни слесов нету, поэтому вы увидите все с дрона. Вот. Как-то так. Всем пока.